Эвелина Живая, 19 лет, родилась в самолете, летящем в Уренгой, студентка и начинающий журналист. Жизненное кредо – цель жизни – развитие своих способностей. В этом конкурсе лидер каждый, кто нашел в себе силы дойти до финального этапа. Впереди лишь одно задание и один победитель. Но тройка лидеров, на мой взгляд, это люди, которые хоть завтра могут приступить к работе. Четвертое задание позволило мне раскрыть свои навыки. Я провела мини-исследование и выяснила, кому в городе живется сложнее, чем нам, людям без ограниченных возможностей. Каждый день в проекте я сталкивалась со знакомыми вещами в новых ракурсах. Это отличный шанс проверить на прочность мое жизненное кредо. Ведь цель жизни – саморазвитие. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Провозглашен еще в 92-м году, помнит и по сей день. В канун дня всех влюбленных. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.